Чтобы сделать кубики, снимаем безнадзорную вставку, вставляем на живую и ставим на второе положение. Вот здесь, если видно, кубики нарисованы, вот здесь вот. Что мы делаем? Накалываем овощ. Если мы делаем прямо движение, то у нас получается соломка. Если мы делаем таким образом, поворачиваем 45 градусов, делаем потом на 90 градусов поворот. 90, 90, 90. Смотрим, что у нас получается. Вот такие кубики. Есть такое дело, да? Если хотите кубики покрупнее, тогда ставим изначально в первое положение, там, где брусочки нарисованы, вот здесь вот. Брусочки делаем поперечные надрезы ножом. Делаем поперечные надрезы ножом. Вот таким образом. И посмотрим, что на выходе будет. Вот у нас крупные кубики получились. Ну, не кубики, больше параллелепипеды. Все, то есть у нас крупные, мелкие и брусочки. И дальше можно брусочки нарезать крупные. Вот, корешочек остается, мы его немножко... Можно ножом дорезать, можно на овощерезке. Так, и у нас еще один вид нарезки получился. Это брусочки для картошки фри. Вот, если это тоненькие для картошки фри, то можно докупить дополнительно ножевую вставку 10 мм. Вот тогда брусочки покрупнее будут. Вот таким вот образом.